Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. У нас завтрак, каша с малиной. Да. А у Григория яичница. А у папы и то, и то. Фоня тут ездит, мы вяжем петрушку и кинзу. А где твои братья? На рыбалке? Да. Так, сына обедает. Один рыбак еще на рыбалке. Антоха уже прибежал. А что ты так быстро? Ага, быстро. Проголодался? Да. Так сколько ты поймал рыбки? Очень много. Да? Да. Так опять солить надо. Угу. Марсик тебе на руки хочет? А я ему должна сказать? И все? Убегает, да, не хочет с тобой? Давайте ложиться. Я только полежу с Афонькой и пойду уже вязать, бабушке помогать. Да. Ложись. Да. Что? Я тебя тоже очень люблю, сынок. И ты меня любишь? Да. А голый. Вот. Пипички. Афоня. А я на ужин готовлю ребрышки. Вернее, это будет плов. В общем, это свиные ребра. Сейчас я их обжарю. С морковкой, с луком. А на обед было пюре. Мы подстригаться, потому что у Антохи завтра фотосессия. Да, ты что-то не раскрывала. Да? Пошли. А там плохо было. Угу. Меня подстригали на фотосессию, когда мы были. Все красавчики подстриглись. И на улице взяли. Угу. Иди, покажись мне. На Фоньке вообще классная челка получилась. Да, вот какая. Какая челка, да? Да, какая была. Да, у Антохи сзади полосочки. У него зато не видно полосочки. У меня... Ну, сфоткай. Угу. Мам, подожди меня, сфоткай полосочки, чтоб я увидел. Сейчас. Все. Пойдем, да. Сейчас сфоткала. Да. Покажи. А у тебя сзади нет полосочек? Тебе надо спереди фотографировать, Афонь. Мама, покажи. Тебя теперь все ждут, надо ж тебя подстригать, пап. А у меня есть над чем поработать. Да? Это, пап, мороженое мы купили. Хорошо. У нас ужин. Кушаем плов. Гришка сказал, недосолен. Наверное, вообще не соленый, если ребенок... Да? Плов нормальный, Афонь? Да, плов нормальный. Он больше не соленый вообще. Да? Что? Ходи так овязи. Да. А что, так нельзя? Можно. Ну, спасибо. Поехали? Да. А куда мы едем-то, сынок? Акия. Карате. Да. Григорий, мы едем? Да. Угу. Уже закончилась кола. Уже кола закончилась? Нет, спасибо, сын. Я сейчас Гришу на карате повезу. Мама отравит. Так, поехали, Григорий. Если мне живот пробьют, я не виноват. Я Гришу отвели на карате, а Фоня у нас за главного сегодня. Это открыть, да. Что, открылась? Давайте маме ключики. Да. Угу. Это так делал. Спасибо. Это как пингвин. Да. Нифига себе, гляньте, какое небо. Я в шоке. Какие-то полосы. Я не пойму, это от самолета или просто так.
А мы дома, а мы дома. Пап, что ты делал? Ну, пойду с Фоню покидаю. Да пойди. А Фоньку с собой не возьмешь? А то его на рыбалку никто не хочет брать. Пап, покажи свой браслет. Этот. Короче, папа, я в том году еще выписала эту штуку. Удобно, когда руки, особенно руки, когда... Особенно, когда кармана нету, да? Нет, даже вот руки грязные, что-то делаешь. Ну да, то нормально. Нажал, вот так. И телефон не вымажется, да? Ну да. Тут музыка у нас. Один? Фоня следит за Александром. Молодец, Афонечка. Нет, ты его не поднимай. Ты просто ему говоришь, что цветы трогать не нужно, хорошо? Травку. Травку Сашенька рвет, да? Да. Полюби Сашеньку. Мама, а сильно-сильно. Зай, давай оденемся, а потом сильно-сильно. Пошли. Мы оделись и идем на качельку. Уже похолодало. Тебе надо одеваться, да? Ну, мама еще пока в платье. Так, а Александр где? А где Саша? Антоша, где Саша? Антоша, где Саша? Ага. Все, я поняла. Все, Афонь, садись. Положи туда. Все, сильно-сильно? Да.